on him!
такой мрачный вид? Но! Пиво, что ли, ему помочили? Стой! Яма. Это еще кто?
чем дело, сэр? Швартуйся в моей гавани, моряк. Да он под стол грохнется. Сыграем Адам и Еву да на всю ночку. А, красотка? Странный он какой-то. Но! Спасибо.
Есть тут один в Ампите. Король Эдуард. Слыхали? Такой злобный, что никак подругу не подыщет. Его даже охотники не трогают. Ничего не боится, подлец. Говорят, лошадей не любит, но проверять неохота. Своя шкура дороже. Эй! Ну и подлец же ты, брат! Следите за манерами! Что на этот раз? Поглядим, поглядим. Да это клад! Лопни, моя селезенка! За это полагается письмецо. Я вернусь за остальными. Но!
Простите, люди добрые, не найдется ли ночлега и еды для усталого путника? Путника? Откуда вы? Из-за моря. Из Лондона. Англичанин? Поверьте, я не слуга короля. Вы так добры. Спасибо. Мы тут спину гнем за свой кусок хлеба. А вы-то чем промышляете? Я хочу нести слово Божье тем, кто ищет спасения, а не пичкать им тех, у кого своя вера. Эти взгляды империи не по душе. Видит Бог, нам есть в чем исповедоваться. Мы с Олей скучаем по воскресной мессе. И Марии бы почитать Библию. Вместе мы уж как-нибудь построим церковь. Если вы станете пастором. Конор? Что ж, господин пастор. Просто отец Тимоти. Мне пора отдохнуть. Этого хватит на славную церковь. Благодарю, сын мой. Надеюсь, вы выспались. Богу. Пруденс, вы целы? Что Конор, вы делаете одна в лесу? Хвала небесам! Роды начались! Надо отвезти вас к доктору Уайту. Не могу! Возьмите лошадь, езжайте! Доктор Уайт, едем скорее. Что такое? У Пруденс начались роды, она в лесу. В лесу? Какого черта она там делает? Это не важно. Надо найти Уоррена. Сейчас? Да. Уоррен, вы здесь? Тут. Что случилось? Где она? В каком она состоянии? Она мучилась. Совсем не могла двигаться. Бледна? Кровь была? Я не видел. Может, еще есть время. Скорее! Но!
Здравствуйте. Кажется, я пока справляюсь. Здравствуй. Доктор, все в порядке? Нет, не в порядке. Она рожает прямо здесь и сейчас, как я вижу. Ты он. На вид вполне здоровенький. Легкий, просто отличный. Не хочу вас торопить, но надо доставить вас и... Не придумали имя? Хантер. Не хотел вас беспокоить, но мне нужна ваша помощь. Вместе с повозкой сгорели почти все мои инструменты. В мастерской в Бостоне осталось кое-что, но вы знаете, меня там не особенно ждут. Если вам не трудно, не поможете ли вернуть инструменты? Что я должен делать? Охраняйте меня там. Встретимся в Бостоне у мастерской. Добрый день, Конор. Я оставила в старом доме рулоны шелка. Они очень ценные, но возвращаться мне опасно. Как бы ни дошло до убийства. Вы не заберете их, если выпадет случай? Вы курите, Конор? Нет, спасибо. Мы тут вспоминали день, когда Хантер родился. Признаюсь, никогда так не волновался. Я и не помню, считая ничего до той минуты, как он завопил. А после этого каждая мелочь врезалась в память. Красная рожица нашего Хантера. Слезы и любовь в глазах моей Пруденс. Запах земли и листвы. Это был самый радостный момент в моей жизни. Похоже, здесь все хорошо. Thank you.
Надеюсь, Фолкнер не ошибся. Не понимаю, ну почему все так верят в этот северо-западный проход? Октавиус. Единственный корабль Хендрика Вандерхелла.
Хендрик Вандерхелл. Квартирмейстер Кида, сам ставший капитаном. Пути, что ты искал, не существует, Хендрик. Надеюсь, ты страдал недолго. Надо выбираться отсюда. Надо выбираться. Ничего себе. Если застряну здесь, то все. Времени мало. И рядом камень, что не подходит. Снова ты? Принес чего-нибудь? Будешь валять дурака, никакой сделки! Неси побольше! Поселение Вифлеем, Нью-Джерси. Но!
света или мести. Хватит нас притеснять. По горло сыты. Мы должны наказать притеснителей. Вместе мы сила. Без подмоги никак. За ним! Парни, отлично! Время получить свое! Целься! Быстрее! Он прямо у меня на мушке! Да ты просто Быстрее! Так ты от нас не уйдешь! Разберется с нарушителем. Какая жестокость. Пойду гляну. Преподобный Юлий Фостер в это воскресенье очень проповедует плохо. Всем на радость. Просто царапина, Коннор. У тебя не было шансов, да? Как у вас дела? Вас надо бы подлатать. Рана серьезная?
Рана неглубокая. Швея справится. Загнала на дерево пса. Ты за такое в ад попадешь. Самое лучшее оружие в одном месте. Широчайший ассортимент на литию. Лучше убраться отсюда. Если тебя не потрясло мое предложение, ты, наверное, спять. Все, что можно, за безумие. Что за... Он в своем уме? Любимая газета за Пенни. О, не трогайте бедную женщину. Убирайтесь. О, нужна помощь. Да ты назойливый, зараза. Что вы тут затеяли, а? Я стою перед ними головы. Рад вас видеть. Эй, хочешь не кричать? С ума сошел. Скорее! Помогите! Будет в башке дырать ноги никак. Не обращай внимания, я уже ушел. Пытаюсь не встречаться глазами с соседями, пока получается. Рядом с вами не так страшно. А как вы вообще? Ну, ничего вроде бы. Конечно, не так, как думал, но такова жизнь. А что вы имеете в виду? Ну, строишь планы, а все идет прахом. И лучше не становится, так слегка меняется. Похоже, у вас черная полоса в жизни. Это пройдет. Вы что тут делаете? Свое крыльцо подметаю. С каких это пор оно ваше? 3 недели, как я его купил. У кого? У владельца, через его ученика. Владелец уехал, а вам-то что с того? Я и есть владелец. Уже нет, приятель, сожалею. Разбирайтесь со своим учеником. Он часто болтается в том кабаке, да вы небось знаете. Патрик! Ничего себе зрелище! Клянусь!
Лэнс! Патрик, как ты посмел продать мастерскую? Ты удрал, я решил, что насовсем, и продал все. И мастерскую, и инструмент. Не повезло. В общем, рад был поболтать, но мне пора. Счастливо! Вот гад! Инструменты жизни столяра! Он их ни за что не продаст! Наверняка припрятал где-нибудь. Так пойдем за ним. Я вам полцены назад верну! О, здравствуйте! Познакомьтесь, врача со своим жителем! Жалование, увы, небольшое. Паразиты наводнили дом и поле. Вам помогут новейшими технологиями. Ну, если ты говоришь, что появились интересные новинки, я зайду. Кто-то явно перебрал. Что вы делаете? Жуткие люди. А он... Совсем свихнулся. Хорошая техника. Его отец был редким расходом. Он совсем ум потерял. Собирайте урожай с тем, кому полностью доверяете. Отец купил собак, чтобы те охраняли нас ночью. Преподобный Юлий Фостер в это воскресенье проповедует всем на радость в церкви Святой Марии. Нет способа лучше хорошей порки. Вот что я вам скажу. Мои ребята, это надо. Чем могу помочь? Теперь тут правит что-то, как это сказать, Teuflisch я. Говорят, это земля возможностей, но видно только для сборщиков налогов. А честного дельца... Шетли Тейлорс предлагают легкие жакетки. В игре и работе в них будет прохладно в эти знойные дни. Ох, это больная мозоль. После той перепалки о мальчишках и так весь самый город пахнет. Самые крепкие и бесшовные бочки в Америке у Джона Купера. 7 поколений бочаров. Куперам доверяют. Дилетанты, любители и любопытная публика. Тоби Локи завтра у колокольни покажет новое летательное средство. Как стемнеет, загружу все это в фургон. Месяца не пройдет, заживу припеваючи в Нью-Йорке. Ну, все-таки хоть что-то. Спасибо. Не верится, что он продал мастерскую. Увидимся дома.
Попроси Горбатого помочь. Он разбирается в таких... Ты пришел подраться? Раз помогал мне кое-что наладить в декорации. Впечатляет, весьма впечатляет. Чего себя ведешь, как тупой осел? Ну, самый изысканный. Мы собирали грибы и складывали... Весельчак или пьяница? Остальные будут болтать, как... Я и сам прекрасен. А, Коннор! Сядьте! Как вы, Джейкоб? Скучаю по пивным садам, а так хорошо. Как вы приехали в колонии? Как и большинство других, с армией. Я тогда был наемником.
Хорошая работенка была. Но когда я прибыл, то решил попробовать что-то новое. И вскоре встретил вас. Кажется, решение было разумным, верно? Определенно. Как все уладится, хочу позвать сюда свою семью. Но пока идет война, я не собираюсь ими рисковать. Надеюсь, скоро все уляжется. Я не спешу. Я вспоминаю их, а они меня. Я получил из дома письмо. Что пишут? Мой сын самый сильный в нашей деревне. Высокий и гордый. Я скучаю, и мое терпение иссякает. Хочу видеть их здесь. Я выслал им денег на проезд, и черт с ней, с войной. Мы сумеем их уберечь, когда они приедут. Не сомневаюсь. Меня больше тревожит сама дорога. Много миль по суше до порта во Франции. Потом найти капитана, который безопасно довезет их до колоний. Ну и само плавание пережить. Большой риск. Ваш сын сбережет их. Вы сами сказали, что он сильный. Мой сын? Ха! Каким бы сильным он ни вырос, а моя жена все равно сильнее. Вильгельмина может за себя постоять. Иначе б я не уехал. Я больше боюсь капризов судьбы. Штормов, пиратов. Такое не предугадаешь. Но я уверен, сунься к ним пираты. Вильгельмина и ваш сын заставят их об этом пожалеть. Да. Да, это точно. Что за наглость? Остальные будут болтать, как по мамаше скучать. Думал, мы уйдем на той неделе, но власти отказали капитану. Делать? Отец настаивает, чтобы мы переехали к нему. Вот славный мальчик. Это просто потрясающе. Продаю. Сокунь кончается. Спешите, а то разберут. Но! Нужно будет самой попробовать. Но! Приветствую вас, люди добрые! Успокойтесь! Вечером в пятницу в синем хряке состоится собрание... Вы пьяны?
успокойтесь. Но! Шайзе! У этого явно в голове кнёте! Купите любые два! Отдам третий инструмент бесплатно! А ну, слезай! Мы едва сводим концы с концами. Да ты в конец охамел, скотина! Следите за манерами. Эй, за что это? Опять? Мне что, стражу позвать? Неужели нельзя держать себя в руках? Но! Я сделаю вид, что душа в руках. Мне нужна помощь! Тихо! Не бойся! Делаю вид, что этого не было. Люди добрые! Сумасшедший! Ну, что ты? Должно быть, я устал. Какое бессердечие. Жажда мучает.
Разве плохо пропустить стаканчик, когда есть время? Конечно, нет, Джейми. Может, присоединитесь? Не сейчас, в другой раз. У вас, верно, множество куда более важных дел. Я понимаю. Но вы не волнуйтесь, я пить умею. Если понадоблюсь, я буду здесь. Эй, Коннор. Расслабляетесь? С нашей последней встречи все слегка вышло из-под контроля. Но мы держим прежний курс. Хорошо. Откуда вы? Здешний. Родился тут, но я беспородный, если вы об этом. В родне даже кто-то с Дальнего Востока затесался. Ну, так отец говорил, где бы этот мерзавец ни был. А ваша мать что? На юге. Я ее лет 5 не видел. Она с плантации. Смотрит за рабами. Рабы. Вот почему я сбежал. Меня тошнит от рабства. Ни один человек не должен владеть другим. Она не соглашалась. Вот я и ушел. Строю свою жизнь тут. Я ассасин. Моя семья теперь здесь. Этот мерзавец напал со спины. Будь он плохо. Все для кровли. Дверные петли, инструменты. У меня найдется все. Дайте знать, если захочет. Все новости и много больше. Если у меня... Хватит нас с требованием ответа или мести. Мы почему мы или уважение? Отсюда, вот пока цель.
Какой же позор! Научите их еще! Помогите кто-нибудь! Я... Если не уйметесь, я позову стражу! Умница, крепыш! Зачем слушать тех, кто нам лжет? Наше будущее принадлежит... Никого не нас делу.
Кто-то явно перебрал. На этом мысли. Что вы делаете? Это необычно. Совсем свихнулся. Он спятил. Какой-то вид спорта. Он же поранится, дурак. Они нас не остановят! Слезай, гад! Живо! Что там? Тихо. Эй, ты! Стой! С ума сошел! Черт, только пора бы домой, такой. К мамочке! На это стоит посмотреть. Что? Живо, парни! Они! Кто-то за это заплатит. Вот он, взять его! Это наш человек! Наши бараны! Вот болваны! Да и спинка! Покажи мастерство! Задать! Он прямо у меня на мушке! Что вы змеи! Я быстрее тебя! Самые изысканные оборки в этой части Парижа у мисс Гейтхед. Чёрч-стрит. Мы заслужили уважение. Совсем стыд потерял. Следите за манерами. Это не свобода. Эй, постой, иди сюда. А, Конор! Ваши труды не напрасны. А теперь самое главное. За всем стоит один малый. Взялся из ниоткуда. Никто не смеет бросить ему вызов. Пока. Но нам нужны люди. Огонь выжигают огнем.
Пора уже что-то сделать с негодяями. Я с вами. Отлично. Вот это парень. Давайте, соберем остальных. Паб закрыт. Все вон. Он был тамплиером. Из тех самых тамплиеров? Господи, я думал, это страшные сказки. Они настоящие. Поверю на слово, друг. Ну, был рад знакомству. Если понадобится помощь, в чем бы то ни было, обращайтесь. Глазами. Любовью и умением. Растили с любовью и умением. Манхер, нужно быть осторожным.
Снова ты? Принес чего-нибудь? Чтоб мне лопнуть, заслужил свою бумажонку. Обязательно расскажи, что там было. Джозеф Палмар доживал жизнь на Ямайке, где-то рядом с этим замком. Фолкнер сказал, его бумаги попали в частный музей лорда Льюиса Хатчинсона. Сколько же зла видело это место. Личный музей Хатчинсона. Кусок карты Кида должен быть здесь. Кажется, выстрел произвели с балкона.
Видимо, убийца преследовал жертву. Но как? Механизм маски поврежден. Не понимаю, как вообще здесь можно жить? Неудивительно, что Хатчинсон рехнулся. Я уже схожу с ума.
Должны же быть здесь хоть какие-то подсказки. Может, другие часы мне подскажут? Где-то же он оставил ответ. Возле дерева, сраженного огнем. Что вы из этого поняли? Похоже, это части одного целого куска кожи. Под орлиным гнездом, у волчьего логова, возле дерева, сраженного огнем, и рядом камень, что не подходит. И путь к острову. Очень странные символы. Это остров Оук. Я раз 50 мимо него ходил. Скучная островишка, если честно. Его-то найти, думаю, будет просто. Да, и мы будем ждать тебя, как только ты туда соберешься. И вправду нашел чего-то. Thank you.
не так. 39,7, 8. Я нашел ваш шелк. Чудесно. Надеюсь, вам не помешали? Там был ваш муж, бронил вас. Увидел меня и сбежал. О, боже. Чего еще ждать от этого проклятого пропойцы? Зато вы смогли забрать единственную ценность, которая там оставалась. Спасибо, Коннор. Даже не знаю, что делать. Видишь ли, мне приятно его общество. Будь осторожна. За инструментом надо следить, я скажу. Что-то мне не по себе. И сокровища Кидда, и тайны эти, все это мне здорово не по нутру, капитан. Не беспокойтесь. Это обычный клад. И я так думал, но зная, на что Кид пошел, чтобы скрыть его, теперь сомневаюсь. Все указывает на этот заброшенный остров. Настоящая чертова дыра. Что же Кид такое прятал? Не знаю. Но очень...
очень хочется узнать. Помните текст? Под орлиным гнездом, у волчьего логова, возле дерева, сраженного огнем, и рядом камень, что не подходит. Может, это ориентиры? Возможно. Вот так. Нет, не так. Может, надо взглянуть на деревья? Может, наоборот? Надо попробовать иначе. Может, немного по-другому? Может, наоборот? Надо попробовать иначе. Может, немного по-другому? Не так. Может, надо взглянуть... Вот!
Вот. Может, наоборот? Надо попробовать иначе. Есть. Есть. Готово. Вот так. Есть. Я знаю, где вход. Это как так? Вы догадались? Ай да капитан. Бегут волки, капитан. Бегут волки, капитан. О, черт, черт! Хороший зверь.
Ничего себе, камешек! Есть идеи? Думаю, порох нам поможет. Хороший взрыв и дело с концом? Неплохо. Заодно наверняка отпугнем этих проклятущих волков. Думаю, хватит. Как? Вот из-за чего капитан Кид так долго страдал. Потрясающе. Я уж думал, мы вас потеряли, капитан. Все в порядке? Да. Кажется. Что там произошло? Что вы нашли? Это все? Один золотой и больше ничего? Что, тайник уже обчистили? Какого черта? Не знаю, что это, но понимаю, почему Кит так ею дорожил. Любопытная вещица, а? Я тут поколдовал немного и выяснил, что эта штучка — наследие первой цивилизации. Похоже, для них они были что-то вроде щита. Излучают мощное электромагнитное поле, потому такая реакция на металл. Понятно, почему Кидда считали неуязвимым. С такой побрякушкой в кармане легко можно изменить траекторию пули. Полезная штучка, чего уж. В общем, это я так, к слову, продолжаем. Лук, чеснок, батат. Возможно. Привет, Коннор. Вижу, ты жив и здоров.
А ты пришел в себя от побоев? Чёрт засел в заброшенной пивоварне вблизи порта. К рассвету надо с ним покончить. Хорошо. Нужно вернуть припасы в лагерь как можно скорее. Конечно. Кто я, чтобы мешать твоей утопии? Что ж, идем за мной. Скажи вот что. Ты ведь мог убить меня тогда. Что тебя удержало? Любопытство. Еще вопросы? Что все-таки нужно тамплиерам? Порядок. Цель. Путь к ней. Всего-навсего. Это твои приятели верят во всякий вздор о свободе. Когда-то... Ассасины ставили более разумную цель — мир. Свобода и есть мир. О, нет. Свобода — это хаос. Взгляни на революцию, что начали твои дружки. Я стоял перед континентальным конгрессом, слушал, как они орут и топают. Все во имя свободы. Но это лишь шум. Поэтому ты на стороне Ли? Он понимает, что нужно будущей нации лучше, чем олухи, что ее представляют. А по мне, так ты попросту завидуешь. Люди сделали свой выбор и выбрали Вашингтона. Люди ничего не выбирали. Выбор сделала кучка привилегированных трусов, желавших разбогатеть. Они собрались и приняли решение, удобное им. И красиво его объяснили, но правдой оно не стало. Разница, Коннор. Единственная разница между мной и твоими товарищами — я не притворяюсь. Погоди-ка. Чёрч, умный мерзавец. Почему? Я думал провести тебя мимо охраны, но он заменил их теми, кого я не знаю. Может, я смогу пройти, не вызвав подозрений, но ты... Нет. Либо вместе, либо вообще никак. И что ты предлагаешь? Я найду сменившегося солдата и возьму его мундир. Хорошо. Я буду ждать здесь. Ясное дело. О, прости, так мне пойти с тобой? Подержать за ручку? Может, еще похвалить напоследок?
Не потеряйте! Думаю, сойдет. За мной. Стой, кто идет? Это частная собственность. Что вам здесь нужно? Отец понимания направляет нас. Тебя я узнал. Дикаря не знаю. Это мой сын. Вкусил лесных даров, я смотрю. Ну, идите. Заперто. Погоди. Странно, наверное, было вот так внезапно узнать обо мне. Мне, кстати, интересно, что обо мне могла говорить твоя мать? Я часто думал, как повернулась бы моя жизнь. Останься я с нею. Кстати, как она? Мертва. Убита. Что? Мне очень жаль. Тебе жаль. Мать сгорела заживо. Я помню ее лицо. Она велела мне уйти. Ее убил Чарльз Ли, и он выполнял твой приказ. И тебе жаль? Это невозможно. Я не давал такой приказ. Напротив, я велел прекратить поиски руин предтеч. Перед нами стояли дела поважнее. Но так было, и я не могу больше прощать. Бенджамин Чёрч, Орден Тамплиеров обвиняет тебя в предательстве и измене нашим принципам ради личной выгоды. За твое преступление я приговариваю тебя к смерти. Пора! Ты опоздал. Чёрч и его груз уже не здесь. И боюсь, ты будешь не в состоянии их преследовать. Мы поддержим победителя! И это будет Британия! Ты всегда предпочитал выгоде принца. Может, поэтому ваша страна рассыпается? У тебя была славная мечта, но она была лишь мечтой. Как бьется, полукровка! Точно бешеный пес, надо усыпить его! Эти двое, взять их! Не дайте ему уйти! Взять его! И индейца! Прикончите! Его! И его ублюдка! Окружить их! Я тут! Он у меня на мушке! Нет, я тут, парень. Где Чёрч? Я скажу все, что хочешь. Только обещай, что не убьешь меня. —
Даю слово. Он вчера уехал на Мартинику. На торговом шлюпе под названием «Приветствие». Загрузил его припасами, что украл у патриотов. Это все, что я знаю. Клянусь! Ты обещал! И он сдержал слово. Идем. Надо убираться отсюда. Да что ты? Сейчас не время считать ворон. Так близко и так далеко. Ищи путь в обход огня. Назад, предатели! О, как вы заплатите за свое предательство. Много вам платил черт. Награда была щедрой. И что вам теперь с того золота? Думаете, волшебное? Как золотое руно? Глянь-ка, может, найдется, чем его открыть. Конор? Что ты задумал? О, нет, не делай этого. Мы не знаем, что с той стороны! Ай! Теперь знаем. Чёрч опередил нас минимум на день. Нам нужно поторапливаться. Я знаю одно судно. Будешь готов, жди меня на причале.